Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня». Здравствуйте! На телеканале «Магия кухни» прогноз погоды. Его ведущая – выпускница Гражданской медиа-академии Эльгиза Каражанова. В конце программы я расскажу вам о полезных свойствах крыжовника, а сейчас о погоде на субботу, 22 июня. В прибрежном Актау будет по-летнему солнечно и ясно. Днем плюс 28-30 градусов, ночью 23-25 тепла. Выходя из помещения, обязательно возьмите с собой головной убор. В городе Актобе солнечно, ни одного облачка на небе. Днем плюс 31-33 градуса, ночью 17-19 выше нуля. В красивом Атырау ясно, днем плюс 33-35 градусов, ночью 20-22 выше нуля. В самом космическом городе страны Байконуре день будет ясным и солнечным. Смело можно запускать ракеты. Днем 32-34 тепла. Ночью плюс 17-19 градусов. В Алкаше на берегу одноименного озера ясно и солнечно. Днем 29-31 тепла. Ночью 18-20 градусов выше нуля. В красивом же Сказгане малооблачно. Днем плюс 28-30 градусов, ночью 13-15 тепла. Чудесный Караганде ясно и солнечно. Днем 21-23 тепла, ночью плюс 12-14 градусов. В Кокшетау ожидается сильный дождь с грозой. Днем 24-26 тепла, ночью 13-15 градусов выше нуля. Небо над Костанаем затянут тучи. Синоптики прогнозируют дождь с грозой. Днем плюс 26-28 градусов. Ночью 15-17 тепла. Жители и гости Кызылорды порадуются ясному и солнечному выходному. Днем плюс 32-34 градуса. Ночью 20-22 выше нуля. В живописном Павлодаре 22 июня ожидается переменная облачность без осадков. Днем 24-26 тепла, ночью плюс 13-15 градусов. В северном Петропавловске в субботу синоптики прогнозируют дождь с грозой. Днем 22-24 тепла, ночью плюс 13-15 градусов. На востоке страны в Семее будет малооблачно. Днем плюс 24-26 градусов, ночью 13-15 тепла. В Алматинской области, городе Талдыкорган, солнечная теплая суббота. Днем плюс 23-25 градусов, ночью 12-14 тепла. В древнейшем Таразе синоптики прогнозируют ясный и солнечный день. Днем плюс 30-32 градуса, ночью 16-18 тепла. В городе Спутник Караганды-Темиртау 22 июня переменная облачность, временами дождь. Днем 24-26 тепла, ночью плюс 11-13 градусов. Таинственным и загадочным Туркестане ясно и солнечно. Днем плюс 33-35 градусов, ночью 21-23 тепла. В Западном Уральске переменная облачность без осадков. Днем плюс 28-30 градусов, ночью 19-21 тепла. На востоке страны в Усть-Каменогорске переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Днем плюс 19-21 градус, ночью 12-14 выше нуля. В большом городе Шымкент 22 июня порадует хорошей солнечной погодой.
Днем плюс 31-33 градуса. Ночью 16-18 выше нуля. Экибасту зимой облачно. Днем плюс 25-27 градусов. Ночью 14-16 выше нуля. В предгорном городе контрастов Алматы будет солнечно и ясно. Днем 25-27 градусов. Ночью 16-18 тепла. В столице Республики Нур-Султане 22 июня ожидается переменная облачность без осадков. Днем 24-26 тепла. Ночью плюс 12-14 градусов. В любую погоду нужно заботиться о своем здоровье. Большую роль в этом играет питание. Особенно летом добавляйте в свой рацион свежие ягоды, например, крыжовник. В ягодах крыжовника содержатся минеральные вещества и микроэлементы, органические кислоты, многофолиевые кислоты и дубильные вещества. Крыжовник оказывает кровоостанавливающее, противовоспалительное и общеукрепляющее действие. Прогноз погоды провела Эльгиза Каражанова. Будьте здоровы! Мы хотим, чтобы наши дети росли счастливыми и жизнерадостными, ярко раскрывали свои таланты, развивали красивую и правильную речь, легко общались на любую интересную тему, смело выступали на публике и перед телекамерами, уверенно владели актерским и ораторским мастерством и при этом сохраняли свою индивидуальность и неповторимость. Казахстанская медиа-академия. Курс «Ведущий интервьюер. Дети». Стань медийной личностью. 317-19-86. Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» метеопрогноз «Облачная кухня».